Всем привет! В общем, сделал я свой трактор двухмостовый. Не снимал окончания еще того, как я его доделал. Решил сразу на испытание. Пошел огород. Огород после суданки. Земля влажная, липкая. Ну вот так вот примерно получается. Единственное, что я когда делал навеску, винт длинный сделал, центральный. Надо немного его укоротить, уже выкручивал. И получается, что у меня первый корпус немножко мельче идет, чем задний. Ну еще и колесом растаптываю борозды. Немного вроде как не докидывается. Пахал даже с навозом. Навоз был впритык. Три бурка. Тачкой вывозилась, один возле, ну тачка возле тачки высыпалась, ну, в общем там наковыряли там, ну, призой разобьем здесь. Как-то так, сейчас попробуем заснять в работе. Вот так вот получается. Не знаю, тут сколько, наверное, больше 20 сантиметров. С заваренным дифференциалом он даже так не идет, как он идет с передком. Вообще ноль пробуксовки. Отлично идет. Я доволен. Борозда получается. Огород, правда, грязный у человека. Дальше. Примерно вот так вот. А так, конечно, земля сырая. Дальше как-то так.